Если вы делаете пешеходную прогулку вдоль озера Альбзе, то в определенный момент вы найдете такой вид красивый. Вид на один замок. Ой-ой-ой, как красиво! И вид на другой замок. Это замок короля, это его родителей. Да, ну и Швайнштайн. И Хойншвайнгау. И вот Диана говорит Хойншвайнгау. Весь июль у нас занял вокруг озера примерно 2 часа. Мы получили огромное удовольствие. Красиво, да? Да, Вадим? Нет. Не, было классно, было классно. Мы туда поднимались наверх. Очень красиво. Так что у кого есть время, прогуляйтесь обязательно. Да, Рони? Да.